Природа – чудные мгновения. Фотовыставку под таким названием открыли в Национальном художественном музее. Представлены работы руководителя Ленского бассейнового водного управления Иннокентия Андросова. Посетители могут оценить снимки пейзажей разных уголков республики. Автор фотографии призывает внимательно и бережно относиться к окружающей среде. Выставка будет работать до 2 апреля. Во время командировок, это во время рыбалки, охоты, все, что вот собрано. И как бы вот сегодняшняя наша, скажем, общая вот выставка, да, с моим коллективом, Ленинским бассейновым водным управлением, это продолжение выставки, которую я делал 2 года назад.